А медики, в свою очередь, рекомендуют жителям города оформить в больнице заявление о прикреплении к медицинскому обслуживанию в ноябрьской ЦГБ. Этот документ, по словам врачей, станет гарантом того, что пациенты смогут получить своевременную, квалифицированную и, что немаловажно, бесплатную медицинскую помощь в любом регионе страны. Гарантирует вам оказание помощи в любом городе Российской Федерации, потому что, получив помощь даже в пути где-то, вас примут бесплатно, а наш фонд ОМС из Салехарда выплатит все, что вы затратили на это медицинское обращение. Если вы не будете прикреплены и в базе данных вас не будет, как вы прикреплены к городу Ноябрьску, вас заставят платить.